Как ты определяешь, что я включил стрим? А? Жопа мохнатая. Привет, привет, всем привет. Интересно, а будет ли счетчик побед на потасовке? В плеймоде есть, на арене есть, потасовки еще нет. Или они там суммируются за все потасовки? Стойте, давайте посмотрим. Не, ноль побед. Что-то потасовки не суммируются. Encounter at the crossroads. Pick a class, let's see what... What's in your deck this time? Так, я забыл включить чат, сейчас. This time what's in your deck? This time in your deck всякий, за всякий отстой. Ну что, ребята, чуть-чуть взбодрились. Можно и потасовать немножко, да? Или нет? Или ну нафиг. Я думаю, всеми классами по разу поиграем. Ну, по разу победим, наверное. Или нет, посмотрим. Так что, вообще ничего не надо подбирать? Просто дают деку, да, рандомную? Посмотрим. Чем-то похоже на арену, только колоду не собираешь. Нет, рейтинговой игры сегодня не было, потому что сегодня Харстона вообще не было. Не спится? Ну, я бы, кстати, лег бы спать, но я обещал потасовку. Но я все равно не лягу, ладно, кого я обманываю. Будем играть. Ну, пока что не так плохо. Пока вполне прилично. У нас даже и эпик есть. Как арена, только без пика. Но это я могу, это я могу. О, это я не могу. Нет, ну что это за эпики? Джангбот. Ну твою ж мать. У нас даже легендарки есть! Да. Да. Да-да. О, там у нас. Ну просто прокрутимся, я думаю, чтобы топ-дек ничего не затриманы. Смотри, у нас такая легендарка. Я весь в легендарках, ребята. Не каждый день так везет. Не каждый день так фартит. Еще легендарка, да сколько можно, горшочек не вари. Ты меня слишком балуешь. Главное, все легендарки такие отборные, да? Шикарные такие легендарищи. Легендурищи, я бы сказал. Ай. Ладно, сейчас мы задаем легендарками. Главное найти механизм сюда. На тебя. Арати Вепон Смита. Уилла Смита. Постой, меня что, предлагает прямо сейчас, что ли, отдаться? Нет, так не согласен. Мне предлагает прямо сейчас Смит топор. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Домой. Изи пизи. Лемон сквизи. Вот это шикарная карта, да, на штеке? Рога лучшая, вар один из худших. Ну, наверное, потому все рога играют, да, я так понимаю. Ух ты, сломал нашу папскую пушку, так? У него классная пушка, у нас похуже. У нас пушка похуже. Самое неприятное, его пушку ломает нашего божественного хоггера. Вот так и вот так. Да, это проблема, проблема. Божественного хоггера отдавать не хочется. Какие-то фразочки из КС у меня, ну-ка. Ну-ка, поясни-ка. Что это за фразочки из КС? А,
и... Блин. Он забыл комбо раскрутить. Ядрит ты, пососик. Ладно, так и быть. Болтал чертяка из заката. Не хотел я, но пришлось. Но не хотел. Будешь ли делать в будущем марафон? Нет. Хочу стенку пожирнее трогать. 1/3 не солидная. Давай жирную стенку за 7 маны какой-нибудь. Какие за 7 маны стенки? Никаких. Приготовься. Я наконец решился закрепить наши отношения. Клянусь верой и правдой служить войску гномов. Смотреть стримы в ночи и при свете дня достану я наконец-то с обоем. Готов. Слушай, что-то у него пожестче легендарки, чем у меня, я смотрю. Не, Блэкнайт отличная карта, но она с даром. Но она с даром. Самое главное, непонятно, что там с этим пидорком-то делать. Это, конечно, понятно, но уже поздновато. Наверное. Блин, 5. Funk, brother. Check it out now. The funk show, brother. Кровожада? Нет, завтра убьем. Фанк Браза! Добро пожаловать, Фанк Браза. Ты узаконил. Готовы ли вы, Фанк Браза, взять в любимые стримеры гнума и смотреть его в горе и радости до конца своих дней? Готов. Готов ли ты, гнум, стримить для Фанк Браза? И он такой же осел. Готов. Не, ну что за дерьма кусок? Алекс, ну ты это видишь вообще? Аж карта больше. Пофиг. Опа. Ну теперь давай сходи огром туда. Это все дурно пахнет, ребята. Дурно пахнет. Попомните мое слово. Привет, гнум. Как тебе Shadow Priest в 6-2? Играбельно? Можно ли попасть рейд? Играбельно, можно. Нормально. Так, ну он сходил мне в лицо. Ну мы чем ответим? Гаргульей! Собирал деку на друида, за первые 15 карт выпало смертокрыв доктор, баланс и фенри. А же играть так и страшно. Ну и конечно, на десерт там еще пару размахов, пару звездопадов, крышечка, повелитель, крышечка. Неплохо, неплохо, поздравляю. Слушай, ну если сейчас хилет нас в лицо, то у нас даже какие-то шансы есть. Даже какие-то есть шансы, если он хилет нас. У меня будет 11, да? Так, а если он хилет не в лицо, раз, два, три, вроде как не убивает. Да он мне и так не убивает, если не армурюсь даже, да? Ладно, даром улица не уёживаться. Куда он хильнул? А, его он хильнул. Молодец, молодец. Слушайте, а если я еще раз буду играть вором, у меня будет ровно та же самая дека или другая? Она рандомно генерится каждый раз? Первый блин пососом. Привет, Йола. Другая? Давайте другой, это мне что-то не понравилось. Но здесь хорошая карта, только был Black Knight. Остальное всякие Наздармы и Талнас Увара. Талнас Увара. Вставляем крутые карты. Теперь у меня есть Иллидан, смотрите.
Вставляем крутые карты. Да, режим, как будто играешь в хреновую арену, это правда. Так, что-то сдачка у нас такая на любителя. Ну ничего, мы блок на этом дереве мы сломаем на восьмой ход и выиграем. Класс. Блеск, блеск. Что нам поставят 3-2, мы такие... Сюрприз, мадафака. На, сейчас Мурлоков нам поест. Где? Хотя я мог сейчас Мурлоков не выставлять. Я мог их потом попробовать защитить за Корсаром, но это очень долго. Так мы как бы отдаем карту, но выиграем темп. Знаменитый темп. Знаменитый темп. Да, как арен, только не знаю, что напикал. Напукал. Какое мастер слово. Давай, трать еще две маны, дружок. Далеко не факт, что у него будет дерево, но в чем-то у него будет какая-нибудь стенка жирная. Может дерево, может корова, может еще что-нибудь. Может еще что-нибудь. Только не гнев, только не гнев. Не гневайся. Yes, yes. Watch this. Да, БК есть, отличная карта, всех победим. Потасовка не очень нормальная потасовка. Наверное, я пока не успел понять. Мне кажется, что вам кажется, что потасовка не очень, потому что вам почему-то понравилась предыдущая потасовка. По какой-то непонятной причине. Можно ли через Kiwi Visa Virtual колоды в ХС купить? Можно. Синатис 88 подписался. Спасибо за подписку, Синатис 88. Если ты не возражаешь, я не буду повторять клятву брачную. Мрачную. Ну, здрасте. Только тебя мы все и ждали, друг. Только тебя мы все и ждали. Так, ну что, мы отдаем на убой или придерживаем на какой-нибудь важный момент? Придерживаем. Да, предыдущая потасовка мне понравилась. Я такой же осел, как и вы, сэр! Синатикс такой же осел. Так, это нам стенка теперь пригодится. Жалко, что не таунт упал. Если попал таунт, я бы сделал его таунт и раздавил бы БК. Видите, какая карта хорошая? Open fire! Вначале сходил существом, потом лицом. Потерял армор один. В чем фишка то, что бесполезная легендарка с никаким эффектом? За 6 маны он 5-7, что не так плохо. Во-вторых, он дает две детальки, что тоже совсем неплохо. Нормальная карта, она даже в ранке 1 надо играет. Нормальная легендарка, чего? Чего вы гоните? Че ты гонишь? Кстати, нам может пригодиться, как патрон. Ой, размах 5-2. Да? Нет? Или 7 по 3? Размах 5-2. Не, наша стенка пала смертью храбрых. Дракон у нас есть? Есть, кстати, дракон, смотри-ка. Дракон у нас, кстати, есть. Вечка-то собрана папская. Опять не таун. Да что ж за говно такое? Давай дерево ставь. Твою мать.
Вот был где наша стенка? Мы сейчас превратили бы в стенку и все. А теперь ты. Да, нам еще помню прогнома сдаст, да, если не ошибаюсь. Потому что он умрет, он успеет сдать и прогнома одного. Нет, не успел. Конечно, все детали уже сюда, но тогда он останется 4-1 и умрет. Привет, Бастерман. Ладно, ждем стенки от него. У него комба рев пеньки. Мне бы было бы честно сдать комбу тетка мужики. Вы так не находите? Так не считаете? Хорошая, конечно, карта. Несколько поздновато. Hello, brother. Как я рад, что поеду в Ленинград. Как он рад, что поедет в Ленинград. Ну, правда, там все еще Кинари есть. Ну, наконец-то Black Knight дождался своего часа. Еще и такая. Мы можем выиграть, можем выиграть. Давай, yes, we can, we can. Just do it! Do it, just! Давай! Сколько там карт? 14. Довольно много. Сейчас обратно свой гумакинарий придет. Нет? Хорошо, кстати. О, это очень хорошо для меня. Потому что у него сейчас будет ниже десяточки, и мы сможем за джиггернаутить, если он удачно топ-декнет. Пожелаем же ему удачи с топ-деком. Желаю тебе, друг, удачи с топ-деком. Жалко, конечно, что Мурлока нечем добить, потому что у нас обилка такая идиотская. Давай, давай. Пожалуйста, пусть нам повезет. Мину ему в бухту. Тетей, блин. Сейчас начнет армориться, если мы быстро не пробьем, то он даже подняв мину не умрет. Ну, конечно же, неприятно. Так, ну и не было маны на армор, это хорошая новость. Тигрила, тигрила, кстати, нормально. Тигрила, кстати, вообще окей. Мину, 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 ми, эй ты еб... Блин. Мне нужна вторая такая легендарка, чтобы там было две мины. Вот, вот, сейчас мы найдем легендарок. Вот этого преврати. Да блять! Да блять! Да что за пиздец? Что за дерьмо? Значит, может и не умереть случайно. Ну зачем тигрилу мою покоцал? Ну что ж ты за человек такой? Ну покоцал тигрилу. Да ё-моё. Never lucky.
Давай минус себе в глаз, это пиздец. Твою ж мать. Серьезно, со следующего хода он перестанет умирать от мины. Тигра покоцал, теперь он не обязан. О, он подарил мне оружие зачем-то. Зачем? Ого, ничего себе, у него пушка. Но зато, знаете, благодаря этой штуке я могу держать его в пределах 10 хп, чтобы он, ну, мог топ-декнуть мину в любой момент. Правда, он убивает меня довольно быстро, что, конечно, неприятно. Довольно быстро меня убивает. Нормально еще, нормальная карта. Если бы он такой топ-декнул, он бы топ-декнул 2 мины. Давай, дружок, не видать тебе 11 хп. Да ты найдешь мину-то вообще или где? Конечно. Киберспорт на лицо. Все против нас, ребята. Могло быть наоборот, между прочим. Бля, стенка. Нет, у него сейчас 10 хп, на следующий ход 11. Сейчас не поднимает мину, мы его не убьем вообще. Ну что за... Ну что за... Why? Why? Что за жесть? Вай-вай-вай-вай-вай. Джост! Мина! Мина, факин, мина! Дерьмо кусок. Опять стенка. Да какая мощная, мощная стенка какая, смотрите. Ну хорошо, согласен, на жалко Рагнароса. Ну если он сейчас не тубдекает мину, все у нас отменяется летал. Люблю я киберспорт. Первым топором не можем загнать его обратно. Хочется загнать его обратно топором, но не можем. У меня почти что кончились карты. Just do it! Just do it! Да ты вообще найдешь сегодня минута или где? Она там, есть же. Она есть же ж там. Ну возьми мину. Скушай, внучек, мину. Кокоть он поставил. Кокоть. Кокоть. О, нормалды. Давай, дружок. Мина! Ха-ха-ха! Эх! Давай сейчас без мины убьем. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ну хорошо. Мину любишь? Ой-ой-ой, что ж там происходит такое? Где наши карты? На, что он стенку не поставил, чтобы я был уверен. Ха! Блядь. Алекс, прячься под ванную. Четырнадцать карт там было, да, кажется? Он уже 9 прокрутил. Ой, где же наши карты? Тут умирают очень быстро.
Все. Ух. Теперь надо откинуться на подушку и закурить. Твою мать, я постарел на 3 года с вашей подтасовкой. Ай да бустер. Ай да киберспорт. Поехали дальше тасовать. Одна победа. Ищем, ребята, мину. Где же наша мина? Где мина? Никто не видел мину. Где же она? Где же мина? The elements will destroy you, motherfucker. Пум-пум-пум. Пам-пам-пам. Так, что там по мулигану? Что там по мулигану? Оп-оп-оп-оп-оп. Так, ищем мину. Где же мина? Последней картой будет лежать мина, ребята. Уверен. А может, предпоследней. I am ready. I am not ready. I'm looking for Mina. Погоди, please. Погоди, please. Чуть-чуть. Сейчас. Сейчас мы найдем ему мину. И кинем ее прямо в пятак. Так, так. Пятак. Так, окей. Давай. Мина, come on. Мина, come on. Мина, я здесь, come on. Чей ход? Мой ход. Краб. У меня есть краб. Они заряжают краба. Зачем? А, они будут есть мурлоков. Ладно, вот она мина, вот здесь мина, точно, нашли мину, отлично. Так, вот это, кстати, вот не очень хорошо. Потому что он даст спел и бьет нас штатем, это нас, конечно, не устраивает. Тем более, у него будет деталь. А я мог, кстати, поставить... Я поставлю стенку, чтобы защититься. Я мог бы, кстати, поставить монотайт и стенку. У нас был эпик. Мощнейший эпик. У нас есть мощнейшая рарка. И ведь рарка, ребят, между прочим. Нет. Молодец. Продолжаем разговор, друг. Забавно вообще, чтобы пройти через стенку и убить тотем, уже кастоваться, он будет дарить нам спылы. Правильно. Давай нам вилку. Да фак. Ну что за попадамс такой? Что за попадос? Так, можем поставить либо хил тотем, если даже тотем не ставит, либо зарисумонить. Лучше я хил тотем поставлю. Черт, ты не хил. Ой, надо еще. Надо, чтобы это прожило, и мы тотемы свои как бафнем. Вот будет крутая тень. Поиграю. Варлоком, я всеми поиграю по очереди. Киселев, по поводу потасовки зависит от того, как долго это время, как много времени займет. Так, смотри внимательно. Смотри. Элементы тебя замудохают, чувак. Оба! Оба! Ну все, обложил, обмазался тотемами. Почему такой комбой не играет в ранкеде? Мощнейшая же комба. Мощная комба! Мощная буквально, мощная! Упс. А ты ничего, а ты хорош.
так у меня комбо дека. У меня комбо дека. Была. Так, что ты мне, друг, не нравишься? Ты мне, друг, что-то не нравишься. Нам нужно изобретение. Ну что, в хозяйстве вещь полезная. Пусть будет изобретение. Я не с той стороны поставил, надо здесь ставить, конечно. Что это? Рандомное существо бафнет. Кого же мы сейчас бафнем из всех наших существ? Какое-то одно рандомное бафнется. Давайте, дети, посмотрим, какое же существо сейчас бафнется. Очень интересно. Тотем, хорошо. Так и коцает меня, так и коцает. Так и коцает. Нет. Куда он пойдет? Некуда. Забирайте, государство не обеднеет. Эй, чё так мало карт? Так. Мне на самом деле, я даже не могу расплодиться, потому что мне это все не поместится. Мне нужно только один раз её взять. Надо стенг тотем ставить. Оп, стенг... А, места нет. Смотри, оп, стенг тотем. Ха-ха-ха. Он два раза сходит. Но он не знает, куда он сходит. Это даже плохо, что он не знает, куда сходит, потому что он знал. Ну и хер с тобой. Ходи куда хочешь, мне плевать. Кстати, если шаман подарит еще больше тотемов, можно будет что-нибудь на силе тотемов построить. Так, первый раз попал. Так. И второй раз попал. Не понял, сэр. 6, 12, 14, 15. Ну ладно, русишка. Мы могли сейчас сделать это безумно огромное существо. За 3-7 свопнуть, он бы стал 7-3, еще плюс 2, 9-3. 9-3 бы стал. Отлично. Нам, кстати, еще дали делик в начале на квесты. На 7 побед на 100 голды. У меня был краб. Да, точно, кстати, я же краба отдал. Чтобы могли бы съесть Мурлока. Жалко, что нет краба, который есть Элема 76. Говорят, Рог один из сильнейших, да? Ну давайте проверим на деле. Ничего так, старочками, ничего. Старлу. Какие у меня, оказывается, в деке карты. Какие у меня в деке карты, оказывается, есть. Хенд Рога. И танк. Мы будем ездить на танке. What does the future? Ты. Ух ты. Однако. 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 Выехали. А ты, москалька, уже приехав. Ну, если мы сейчас все тауны создадим, да, будет круто. Эй. Эй. Фак. Что нам с этим делать?
Да, чё-то какая-то херня получается, если честно. Всё не сходится. Ну, может, бандосов расплодим. Да не того, ну другого возвращать надо, ты же тупой что ли совсем, другого надо возвращать. Что за мазафака, а? Ну, такие дилетанты. Ничего не шарят. Ничего не умеют, всему их учить надо. У нас карт за 8 маны, не слишком ли мало? Может еще карт за 8 маны надо побольше себе сдать? Маловато карт у меня за 8 маны. Привет, Барзор. С мурлоком давали. Уйурлоку. О, это, кстати, можно выиграть случайно. Сам себя будет сейчас убивать. Тотемы свои будут убивать. Отличная карта. Отличная карта, друг. На тебе просто на все деньги. Развлекайся. Ты главное не хилься, этот чувак за меня сделал всю работу, мне нужно немножко продержаться. Ой, блин. 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 Прикольный тотем. Как он успел хильнуть? Как он успел хильнуть? Нет, нам чуть-чуть не хватило. Кусок говна. Лаки бастард. Тотем звездец, конечно, выжил и похилил. Не знаю, как выжил тотем. Магия какая-то. О, нормально, кстати, сдачка. Иди, паук. В чем суть этой потасовки? Суть этой потасовки в том, что рандом это весело, как говорят близы. Они надевают такие большие колпаки на работе, красные носы, пудрят себе щеки, бегают, говорят, рандом это весело. Да, я хочу выиграть всеми героями. Два терпеливых убийца. Да, клан Фиеста. Ни хрена сети. Ни хрена сети пососите. Ладно, пофиг, может там нет еще механизмов. Рандом! Говорят близы. Это весело! Так я мазафакер. Мазерфакер. Читер-донатер. А у нас есть механизм, надо его использовать.
спамерят и маркетологи. А зачем ты за такой семинар заплатил 3000 рублей, Star Warlock? Спамерят и маркетологи. Так, у нас есть preparation. Как мы его используем? Какой потасовкой ты пользуешься? Конечно же, пятый. Ведь пятая потасовка — это не только разнообразие и сюрпризы, но также веселье и рандом. Близзард! Ух ты, твою ж мать. Какая опасная штуковина. Какая опасная штуковина. Как же нам вокруг нее сыграть? Как же нам сыграть вокруг этой штуковины? А, развлекайся. Так, не понял. Не понял. Не понял. Вообще, что такое сейчас началось? Тигр мне вернул самого жирного из всех. Здрасте. О-хо-хо-хо-хо, вау. Ничего себе. На что его царская морда намекает? Он умирать, что ли, не хочет? Нет ж, позвольте, позвольте. Дракон. Дракон неплох, конечно. Неплохая карта. Мне бы какую-нибудь пушку пожирнее, чтобы я мог пожертвовать жирно. Но пока никакого жира у нас и нет. Ты живешь по доверенности. Никакого жира у тебя нет. Ладно, сейчас дракон, может быть, сходит сюда, останется 4-2, мы на 2 пожертвуем. Да уймись там уже, армурщик. Как думаешь, как бы играла Меркл Рога в нынешней мете? Плохо, очевидно. Играла бы хорошо, ей бы все играли. Вопрос очевидный. Деки, которые хорошо играют, они очень популярны. Как улетал, вы считали арморщицу там вообще? Как улетал, насчитали? Что-то гоните. Сто пудов. Сто пудов гоните. Сто пудов. Может, даже 200 пудов. В общем, много пудов. Не было летало, просто уходило летом. Не было разлуки, просто... Потасовка такая вот. Так, тремя классами победили. Они на Артёлку, наверное, не посчитали, те, кто там летал. Пошли. Артёлка 1-4.
Какие карты, я прям даже не знаю. Прям восторг от таких карт. Гнума, ты меня не обидишься, если на тебя завтра подпишусь? Очень обижусь. Не смей подписываться, обижусь просто вот смертельно. Будешь моим кровным врагом. Человек с ником Риса с ингредиента пишет: есть девушки. То ли это был вопрос, и он ищет себе жену, то ли просто есть девушки, обращайтесь. Ребята, если кому нужны девушки, ходите ко мне, я все устрою. Да, ты знаешь, давай в бой, боевой висп. Well met. Ты что, висп не в тапке срать. Ой, вот дерьмо. Вот дерьмо, сейчас он пожрет все наше. Наше добро пожрет. Так, ладно, ну мы ответим этому Чимберлену. Чимберчлену. Оба! Ха-ха, сейчас мы бананами накормим. Какой смысл подписываться? Просто так потратить 5 баксов, больше смысла нет. Вообще нет никакого смысла, полный отстой. Подписка для тряпок, не подписывайся никогда. Я тебе приказал. А, мне фейс что-то там. Ага, ха-ха! Черт побери, у меня тоже такая штука есть. Это к этому я не был готов. Кстати, это проблема, потому что вот этот чувак не только снимает бабл, но и убивает муку нашу. Похоже, придется сейчас рубить ее мечом. Или не придется. Или не придется. Не, наверное, не придется. Все не тряпки из чата, чтобы доказать, что они не тряпки, решили отписаться. Тогда, если вы не тряпки, еще снимите штаны и бегайте по улице, чтобы доказать, что вы не тряпки. Бегайте и кричите: я не тряпка, тогда все сразу поймут, что вы на самом деле не тряпки. Могу ли я включить мексиканских негодяев? Могу, но не включу. Так, пора к консекрейшн тут бегать. Пора кончать с этим глупым фарсом. Где наш консекрейшн? А мы не знаем, где наш консекрейшн. Мы можем его бить в пятак. Послушай меня, юноша. Не повторяй мою ошибку. Не подписывайся. Ой, блин. Все, пососики. Пососики. Зе посос. Мукла, конечно, не в кассу у нас тут. Паладин всегда воспользуется муклой. Достойно. Будем надеяться, у него столь же крутые карты. Каким рандомом вы пользуетесь? Конечно же, паладином. Так, где наши легендарки, в конце концов? У нас же легендарки... А, ну мукла у нас. То, что надо. То, что нужно. Модно, стильно, молодежно. На тебя в пятак.
как не потасовка. Сторксер. Прекрасный экспонат антикварного оружия. Сейчас консекрейшн нам изобразит, да? Нет? Не изображай консекрейшн. А то я даже не знаю, как и выиграть тогда. Не изображай консекрейшн! Ой-ой-ой, ну это то же самое. Хьюстон, у нас проблемы. Ну? Была, не была. Была, не была. Там 6 карт. Нас может остановить Тирион, нас может остановить... Ну, любой хил, любой стенка нас останавливает. Слом пушки нас останавливает. Ну, короче, много карт. Ну, если вдруг там всякие мурлоки в руке, то мы выиграем. Да, мы выиграли. Мы выиграли. У нее там легендарки. У нас эпики. Видал, какими картами я тебя побеждал? Когда они лежали в руке. Отлично, отлично. Мы идем вперед. Вперед и вверх. Так, отлично. 4 победы. Поехали. Почти половина. Как новую потасовку? Ну так, очень на любителя. Очень на любителя. Я не любитель такого рандома. Мне нравятся более kill-intensive форматы. Это, знаешь, такая потасовка, как... Есть такая игра «Карточная пьяница», где скилла никакого не надо, ты просто открываешь топ-деки, кому повезло, то ты выиграл. Вот на таком уровне. То есть для самых нубасиков. Нубасики, когда проигрывают, жалуются на то, что там... Карт у них нет, оппонентов подсовывают, рандом против них, гномики их там подкручивают. На все это они жалуются, а вот этот формат как раз для них. Мне такой не нравится. Мы можем молоть наши прекрасные карты. Прекрасные карты можем молоть. Что творится? Вот это мы сделаем стенкой и отмудохаем его нафиг. Восемь четыре победы прошли потасовки, ничего себе, ничего себе, ничего себе. Заарморился, плюс. Твой всех не убьешь. И армор твой тебе не поможет. Ничего тебе вар не поможет. Ты обречен. Давайся, давак. Да, флэривер попалит карты. Что? Что-то ж поплохело. Неплохой второй дроп, однако. Неплохой. Well played.
Так, нужен ли нам этот конец? Я думаю, этот конец нам не нужен. Зря в лицо ходит на какой-то нубасик. Он думает, что он фейсвар. Он думает, что он фейсвар. А, бойся в атаку ходить. Ты кидаешь старт в руке. Надо скриншот делать. Я так волнуюсь, так волнительно, ребята. Что ж он там? Ух ты, да, да твою мать, а. Твою мать. Газрила. Но тут из-за леса Газрила идет. Газрила идет. Пососики ведет. А если он сейчас сыграет потасовку потасовки? Это будет потасовка в квадрате. Потасовка там может быть. Нет, там какой-то, какой-то 9-5 зверь. Чудо-зверь. Здравствуйте, я чудо-зверь. А вы кто? Так, у нас будет 10, 16, 18, 20. Там что-то как будто 27. Что-то как будто там не летал. Смотрите, у нас есть обилка, благодаря которой мы можем стрелять в лицо. Но мы же понимаем, что все это ересь, да? Ну, в смысле, стрелять в существ, наоборот. Можно стрелять в существ. Но кому эти глупости, в конце концов, нужны? Давай, домой, Вар, домой. Да, в Warcraft есть Газрила. Она выглядит примерно так же, как и на карте. Так, отлично. 5 побед из 9. Показывайте вашего друида. Не, ну на самом деле можно получить какое-то удовольствие от рандома, но вот такие вот все штуки, завязанные на рандоме, на всех, на все этой фигне, на посмеяться, похахакать, они очень быстро приедаются и надоедают. Ну ты раз сыграл, два, три, ну все уже. Невозможно долго в это играть. Долго можно играть тот, что, во что-то, где есть какая-то основа. Какая-то база. Здесь нет базы, если ты посмеялся, но ты, когда рассказываешь анекдот тоже третий раз, уже не очень смешно. То же самое с подобными потасовками. С другой стороны, не существует всего два дня. Три, не, сколько? Четыре дня, пять дней. Привет. Классная рука. Камиш ты. Руками шты у меня. Руками шты. Чувствую, будем ману разгонять этой штукой. Зато если мы сейчас дали себе там рука там Wild Growth, Inner Weight, и этот Rampage, в смысле Nourish, а потом раз, Малигос размах, было бы круто. Да, еще одна чудесная карта. За 3 маны и 2 дамага мы наносим 2 дамага. Прекрасно, прекрасно. То, что надо. На 4-й ход мы сейчас повязаем обилку. Да, действительно, опыт пасовка позволяет новичкам поддержать в руках легендарки. Ну хорошо, Йети, я вас прощу. Йети, я прощу вас. Уай, за что? Отлично, сейчас будем Нориш играть. Партия становится все интереснее и интереснее. Ну, можем до Tree of Life дожить, потом какой-нибудь Нефариан. Хромагус, не знаю. Смотрим. Так, атака на 9, да? У меня остается сколько? У меня остается 14. У него каждый ход есть на 9. Я могу сейчас дать Starfire и убить его, а могу просто поставить Хромагуса. И я думаю, я поставлю Хромагуса, чтобы рискнуть. Просто рискну. Ну, есть 5 дамага, ну, убьет. У него, скорее всего, рандомшот на самом деле есть. Да, это будет плохо. Наверное, стоило убивать, потому что сейчас рандомшот мы увидим.
О, не надо рандом шот, умоляю, друг. Твою ж мать. Я бы предпочел на самом деле 8-3 оффлайфов. И сколько там? 4-3 оффлайфа. Берем еще пару карт. 3 оффлайф на следующий ход. Придется жадничать. Жадность это про. Я слышал. Так, у меня слишком много карт в руке. 8. Just do it! Just do it! Just живи! Выиграть эту партию будет очень прикольно. Пожалуйста, пожалуйста, давай, пусть нам повезет. Ой-ой-ой, ой, прощайте, мистер дракон. Вы дрались как лев. Что с хп? Ну как вы думаете, пора хилиться или еще сопли пожевать? Ну я думаю, пора. Пора хилиться. Как так дорого стоит? Да, я дракона дру. У нас, кстати, столько спелл дэмэджа, а спеллов нет. Непонятно, для чего это спелл дэмэдж. Ну, давайте размах и покончим с этим недоразумением. Согласен на размах, так и быть. Да ты знаешь, дружок. Ох, у нас пока нет. У нас и много карт в руке, мы сейчас не можем все карты в руки брать. Как бы нам все это раскидать-то из руки? Тут ты, друид, фан, ты зассал. Мне кажется, он сейчас отдаст все, чтобы убить Малигоса. В общем-то, меня это устроит. По идее, сейчас должен испугаться, думает, блин, там полная рука... Ой-ой-ой-ой-ой. Ну да, он будет меняться. Я уверен, он будет меняться. Очевидно. И у нас за 6 маны обратно идет Аргент Сквайр, но вот у нас на 4 маны ничего нет, кроме Дорфа. Придется Дорфа играть. Аргент Командер, точнее. Ну, вообще, я думаю, мы здесь выиграем. Сбивал, кстати, неплохие. У него может быть мультишот, кстати. Мультишот может быть. Может быть мультишот. Только от тебя, наверное. Гнум, а ты можешь рассказать о новых героях из обновы, а то я в лор не зуб ногой. Конечно, слушай внимательно про новых героев из обновы. Их там нет. Это все, что тебе нужно знать о новых героях из обновы. А где наш Big Game Hunter? Хорошо, размах, размах, и все будет окей. Размах, и все будет окей. 4, 8. Место у нас есть, в общем. Когда перейду на дневное время, не знаю. Точно сложно сказать. Не могу вам сказать. Позвоните по номеру 125. Ну, хорошо, мы хотя бы зверя себе... Ой, да, второй лук, да. Боже ж ты мой.
что-то просто какой-то пососик. Лев. Ну, точно нужен размах, да? Без размаха уже никуда. Без размаха сейчас никуда. Отхилиться на 30. А что толку? Отхилиться на 30. Он не поможет. Чур меня, чур. Ну это какой-то просто нечестный кал, по-моему. О, мне Twitch зарплату прислал. Я богат! Зарплата от Твича, ура! Всем дошираки в этом чате. Дерево жизни. И чё дерево жизни? Снова хантер. Хорошо, согласен на вайлдгроут. На вайлдгроут, говорю, согласен. Хотя и вроде бы и овца здесь ничего. Не хватит зарплаты на дошираке? Хватит. Сколько денег прислали? Секрет. 7-4. Я бы хотел 4-7 на самом деле. Да там в любом случае уже не было кто-то, который меня спасал. Не существует такой карты. Не существует. Не, ну Брейкханта Древо Жизни не самая худшая карта. Хочу 4-7 на Мелхиевенко в руку. Действительно, слушай, ты прав, Александр Иванович, я что-то сразу и не понял. Wild Growth! Конечно. Покажи колоду. Все тебе показать. Не покажу тебе колоду. Как говорили в каком-то диснеевском мультике, я не помню каком. По-моему, Винни-Пух, там этот тигра был дебил, болезненный какой-то. Ху-ху-ху-ху-ху-ху! Я дебил! Ой-ой-ой-ой-ой. Фак. Че такой хил? Но они как будто знают, что играю против Ханта. Упс. Ну ладно, мы на две карты хотя бы разменялись. Ой-ой-ой, это друг чувака 2-5. Ладно, давай тогда вот так. Давай тогда вот так, дружище. Слушайте, а может у меня второй такой есть? Может у меня есть его дружок? Навалил-то говна.
Может, у меня и дружок его есть? Надо выяснить. Ну, почти. Так, ладно, мы, думаю, до дерева продержимся. Да-да, анекдот про Винни-Пух смешной. Винни, а что это ты ешь? Мёд! Винни, а чё он такой страшный? Чатика, крышечка. Спасибо, Синатис, доширак. Винни, а почему он такой страшный? Второй раз ем. Блин, а можем ведь и насосать. А ведь можем и насосать, да? Если будем слишком жадничать. Надо не слишком жадничать, надо жадничать по чуть-чуть. Да, обратите внимание, пришла кизанка, но счастья все равно нет. Как я отношусь к падению индекса Доу Джонса? Даже не знаю, какой из вариантов ответа выбрать. До какого, на каком сервере он играет? А что, серьезно упал или ты так просто с головы взял? Нет же никаких потрясений. Доу Джонс — это же американская промышленность, правильно? Я ничего не путаю. Да ты вообще умеешься там или где? Твою ж мать. Так, ну я вообще рассчитываю еще один ход простоять. Рассчитываю я простоять еще один ход. У меня 11. Вроде он меня не должен убить. Не должен. Тем более у нас какой-то мужик детектор. Так. 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 Kill command. Сука. Зацените, какой чувак. Какой чувак в чате у нас интересный. Драстический ханфил. Кто это за чмо очкастые спрашивает? Это я. А ты кто? Смотрели? Смотрели этот? Космобойцы, пародия на Star Wars. Такая старая комедия. Пародия на Звездные войны. Spaceballs. Шикарная комедия там в самом конце. Как дела, братишка? Нормально, ты это... пережевывай. Так вот, космобойцы, там конец фильма. Космический корабль, он вот-вот должен взорваться. Все сваливают на спасательных этих штуках. И драка за места. В одну спасательную капсулу двое вбегают, одна такая бородатая женщина здоровая, а второй главный герой, такой отрицательный. Он такой: ты вообще кто такая? Я бородатая женщина, а ты кто, человек-урод, что ли? Мы вообще хантом сегодня выиграем или где? Да, мы должны буквально прочесать территорию. Сэр, а вы не находите, что мы действуем слишком буквально? Нет, идиот, мы выполняем приказ. Продолжайте прочесывать территорию. Нет, это был именно фильм. Слушай, а там крутая комба, я бы хотел такую штуку против такой стенки. По какой-то причине не пошел в атаку. Интересно, по какой? Наверное, по такой он хочет дать нам карт. Ух ты. Ух ты, ух ты, ух ты. Ну, я думаю, мы успеем. Пусть он вначале разменяется, а потом мы дадим. Ладно, не будем торопиться, наверное. Да твою ж мать, видимо, будем торопиться. Где вообще наш размах? Ну что за дерьмо? Ладно, похер нам, бери свои карты дурацкие.
На три маны нечего делать, тоже такой ход имбецильный. Имбецильный. Да там весь фильм очень смешной. Смотрите обязательно, шикарный фильм. Неплохо, неплохо. Совсем неплохо. Смотри, он боится, сидит в стелсе. Мы тоже будем сидеть в стелсе. Накопили СПД, теперь ждем сплов. Самое главное сплов теперь найти. Я боюсь, если я виспов положу, он какую-то удержку найдет. Или называется космобольцы. Spaceballs. Или еще космические яйца называется. Мексна! Ха-ха! Что мы ей скажем? Мы скажем, у нас ни черта нет, тетя Мексна. У нас только два кинария. Не бейте нас. Сколько это будет? 5. Можем убить, конечно. Дороговато, я считаю. Я считаю, это дороговато. Пофиг, нет у тебя никакого Е. Нет у тебя никакого Е, запомни. Черт, он. У него дек антивисп. Это нечестно. Так у меня комбо дека, смотри. Абоминация, сайленс, ОУЕ. Это все элементы одной и той же головоломки. Жалко, нет размахов, я бы хотел. Кстати, виспа зря дал лишнего на был. Так и, конечно, лишнего виспа скормил. Какой нубас. Какой нубас, ребята. Даже стыдно. Блин, где наши эти разгон? Где наши размахи? Где наши все? Вот наша надежда. Чё? Ого. Нет, надо убить, конечно. Конечно, надо убить. Декнется, нет? Нет, не декнется. Два Малфуриона? Ну чё Малфуриона? Три Малфуриона. Много Малфурионов. Так, я бы хотел вот это вот изобразить. Он, по крайней мере, разменяется с кем-то. Знаете, почему рогачи у меня в разных местах руки? Потому что если бы они были рядом, они бы рогами цеплялись. Зашибись. Ну зашибись. Он сейчас насосет себе. За счет моих же малфуриончиков насосет себе для прогнома. Тут ничего интересного. Будет убивать мои пеньки и тащить для прогномчиков. 3-0 проиграем друидом. Кто-то говорил, он самый ОП. Ну-ну. Что-то не справляется с самым ОП-классом. Да, что-то потасовка, конечно. Она может смело побороться за звание от лучшей потасовки. Друида, наверное, можно выиграть и стартовую руку Валгроу сдать. Он, наверное, может друидом хорошо играть. Нет, у меня пристань второго уровня. О, рогач круто.
Привет. Привет. А где же наш Wild Growth? Что с бананами? Да, это что-то не намного лучше. Не, ну с бананами да, но тоже, конечно, турбокал. Там у него монетка есть. Привет, Роман. Я уже достаточно долго на тебя работаю, но ты по-прежнему называешь меня Google Бабой. Я ведь не называю тебя Twitch мужиком, а как мы знаем, вжик вжики. Катюха, прости, я был неправ. Ты права, а я нет. Я больше не буду Катя. Давай. Давай жить дружно. Действительно, ну что я обращаюсь с дамой? Google Баба, Google Баба. Джентльмены, в конце концов, или где? Екатерина, давайте попробуем познакомиться сначала. Я Роман. У меня есть золотая коллекция. Могу ее тебе показать. Ах ты, мазафакер. Ах ты, мазерфакер. Мазерфакер. Ведь мы играли против Ханта, сдали себе кизанку, но счастье нам это опять же не принесло. Потому что Хан забыл поставить секрет. В чате советуют гном под цветы и подари и чпокни. В таком порядке или наоборот? Гугл мужик. Не, я твич мужик. Да, да, твич мужик, все верно. Гугл баба, твич мужик. Твою мать. Let me change your мамка. Чинчила, блин. Не знаю насчет свайпа, но я так подозреваю, что действительно все карты могут быть. То есть абсолютно рандомно собирается, любая карта может попасть в деку. Ну, в пределах твоего класса, конечно. Так, вот это вот не очень страшно. Но вообще ни разу не страшно. Сейчас мы украдем твой секрет. Твой секрет теперь мой. Так, мы сходим. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Вот это надо читить, потому что он может вернуть его в руку или как-то забафать. Вот так вот. Вот так вот. Да придет киберспорт. Ни хрена себе. Ни хрена себе. Ну, здрасте. Light it up. Просто жесть какая-то. Хулинова, что? О, Хулинова. Нет, не Хулинова, слава богу. Ладно, как там? Рев надо поднять, да? Все, будет нормально.
Будет стоить 5 маны. 5 маны — это нормально. Мы можем даже дешевле тебя сделать. Не, 5 маны нормально. Дешевле. Главное МК не налететь. Да, МК мы проиграем. И тут бы пора бы топ-декать кинариев, да? Действительно, пора бы топ-декать кинариев, чтобы дать 7 плюс 2 плюс 2. Но что-то они где-то эти три кинария вот разгуляют. Жигаш кинарий. Кинарий наркомарий. Где же наш кинарий? Кинарий дорогой. Хотя надо стоило его убить, да, на всякий случай стал зачистить. Мы уже смотрели на Утролден. Когда я в Warcraft играл. Yes! Победа! Да, приз, конечно, очень вяло просто. Как бы снова меня нажарил, мы бы 4 раза подряд проиграли. Самым ОП-классом. Так, отлично, осталось всего 3 класса. Всего ничего осталось. Варлок, варлок, мурлок, давай, вперед. Так, ну что, по крайней мере, за Warlock у нас есть обилка. Даже если будем тащить плохие карты, мы будем тащить их много. Так, снова Хант. Хант это... Ого, у нас есть Mad Scientist, и Хант просто обосрался теперь. Того, что у нас есть. Да, Кинари — это результат того, как богиня спала с оленем. Или олень с богиней тут. Возможно, варианты. На, ничего не жалко. Забери, что хочешь, друг. Ну, пожалуй, он был самый ценный из всех. Вот дерьмо. Вот дерьмо. Ого, еще один шанс. Я мастер магии, наркомагии, а у меня есть секреты. Привет, Алексей Пряничников. Нет, я сразу показывать не буду, она занята, на себе вылизывает. Черт. Блин, не фартануло, секрета у нас нет. Да, будем брать карты и... Нет, чё-то неохота. Чё-то неохота. То пришла показаться? Ну ладно, раз пришла. Ты всё там туалет закончила? Ну куда ты бежишь? Иди сюда. С
Смотрите, вот, вот какие карты должны быть. Вот. Что это вот у меня вот это такое вот? Corruption? Corruption у меня в деке. У меня в деке corruption. И овца. Get behind me! У меня есть два корабшена, ну и хантер обречен. Килл на мази. Интересно, какие у нас легендарки должны быть, чтобы выжить? Джараксус какой-нибудь, да? А, три Джараксуса! Он меня просадил, я ему Джараксуса. Он просадил, я ему Джараксуса. Наваливаю, наваливаю там. Ну вы поняли, что я ему наваливаю. Так, я что-то не понял. Его существо, паук, было поставлено раньше моей овцы. Соответственно, его десератов должен был сработать первым. Какого черта вначале рванула овца, а потом вот это вот произошло? Что за дерьмо произошло? Кто вообще что понял? Я вот ничего не понял, например. Почему это сработало в таком порядке? Паук точно был на столе первой. Потом овца. Паук... А, потому что паук не умер от овцы, точно. Напомните, как у нас называется безразборное сайте? Казантип. Казантип и нашествие. Нормальный бомбер, нормальный. Бомбер как бы понимает, что к чему. Понимает всю сложность ситуации. Так, и что нам с этим другом делать? Во-первых, иди ты сюда. Иди ты сюда. Эх. 3 хп у меня будет, да? Мне надо Джаракса топ-декать. Давайте хоть посмотрим, что в нашей деке было. Ну так, чисто из любопытства. Магма Рейджер. У меня в деке был Магма Рейджер. Ну, спасибо, что спилил его, друг. Так, дальше смотрим. Куба. Ой, не летал. Twisted Nether. Демон в раз. Прям бомба на бомбе. Hellfire. Стоп, а легендарок что ли забыли положить? Он меня забыл легендарок положить. А, смотрю, хан популярный класс. Да, Азур нет, видел. Ну что, друзья, я могу вам сказать. Blizzard могли бы потратить свое рабочее время на то, чтобы, скажем, ну пусть так, мелочевка, добавить дополнительные слоты для колод. Они могли бы ввести в игру статистику. Blizzard могли бы сделать внутриигровые турниры, чтобы если ты хочешь играть в турниры и как-то разнообразить ранки, тебе не приходилось регистрироваться на каких-то говносайтах. Они могли ввести ачивки или множество других замечательных вещей, о которых регулярно просят игроки. Мы хотим клевых вещей, дайте нам клевые вещи. Но Blizzard решили, нет, ребята, мы сделаем кое-что получше. Мы сделаем вам потасовку. Без комментариев просто. Просто без комментариев. Мы сделаем вам потасовку. С
Заебись, блядь, ты выстрелил, конечно. Потасовка. Ну, потасовка-то потасовка. Сейчас мы испытаем наш киберспорт. Лутбокс перейдет в конце месяца. Ну-ка, приведи ко мне пример отличной игры, которая была испорчена статистикой. Давай, очень любопытно послушать. Какая-то игра была испорчена статистикой. Смерть из тени. Фак, не попал. Интересно, а хил наши деки есть или нет? Дота? А что с Дотой не так? Что не так с Воум или с танками? Танки, между прочим, супер успешная, супер популярная игра. Все просто удивляются, как танки там все больше и больше играют. Кто это решил, что танки, Вов или Дота испорчены? Вы что ли решили? Кто вы такие, чтобы решать, что танки, Вов или Дота испорчены статистикой? Дракзор. У меня все больше легендарок. Как ты в них не играл? Я играл в Доту, я играл в Вов. Но в танки не играл, да. И в каком месте там что испорчено? Вы называете мне самые популярные игры в мире и говорите, что они испорчены. Ну охренеть. Мужики-то и не знали. Вау. Сыграть не можем. Думаете, это айсблок? Такое может быть, да? Это может быть айсблок. Вполне вероятно. Вполне вероятно, может быть айсблок. А может быть и не айсблок. А может быть его парайс. Но в любом случае мы знаем, что он нас убьет двумя фаерболами, если мы сейчас не похилимся. Этот чувак на 6. Если, конечно, хилит, и если, конечно, нас. Хиль меня на 6, друг. Похиль меня на 6. А то там два фаербола в руке, я их боюсь. Спасибо. Теперь я боюсь немножко меньше. Что такое? Well-played, нет?
Interesting. Да, ты мазафакер, а? Он не хочет умирать почему-то. Он сейчас сделает мне 13, на сечку 13 меня убьет. Он сделает мне в лицо 13, на сечку 2 фаербола и пинг. Это ровно 13. Но он, кажется, не делает мне 13. Почему? Я не знаю. Почему он не делает нам 13? Это секрет. Оружие ему давать, конечно же, нельзя. Если мы тут Гархау не топ-декаем, то мы его не убьем. Может быть, мы хотим какой-то спелл? Спелл из дракона, может быть, хотим мы. Может быть, хотим. Ну, собственно, Трагзор нас тоже никак не спасет. А здесь, может, что-нибудь пожертвуем демона и жизни погеним. Айсблок. Ну, теперь осталось дожить до этого слабого момента. Ядрить! Кажется, у меня будет еще один классный хайлайт на канале. Я понял, он стрелял мне в лицо, потому что знал, что я снова похилил лицо. Это арена, если бы. Если бы арена. Что, нам осталось два класса, маг и прист. Да не, на самом деле Тролдену не годится, потому что без пояснений, без этих рассуждений про хил это все непонятно, а выкладывать их тоже нет смысла. Нужно то, что сразу понятно визуально, что быстро и понятно. А здесь вот если не обращать внимания на то, что я говорил, ну просто фартанул чуть-чуть и все, не более того. Если каждый выиграет, то что-то дадут? Да, шоколадную медаль. Смотри, отличные карты. Три карты в руке и все хорошие. А, нет, это тоже ничего, кстати, ладно. Так, погоди. Мне не кажется. Точно ли? Блин, ребята, пять карт и ни среди них ни одной отвратной. Кажется, где-то что-то сломалось. С радостью примешь меня к себе в друзья в ХС. Я так польщен. Зачем я играю, если не хочу? Ну, оказывает свое влияние то, что подтасовка явление временное. Я хочу как бы пощупать ее, прежде чем она уйдет навсегда. Это такой исторический момент. Неплохое начало. Фига там у Ванагорок. Фига там у Ванагорки. Ну что, меняться, да? То мы, считай, за бесплатно съели 4-4, теперь время возвращать долги. Надо возвращать долги, ничего не поделаешь. Будет повторяться? О-о-о. По ночам стал стримить, потому что днем не успеваю стримить Алексей. Но я хочу стримить. О, нормалды. Шикарно, шикарно. Шикардос. Получив пятак. Походу будет Антошка. Но заметь, пока ни одной плохой карты. Как будто собрал шикарную арену или плохой ранкет деку. Ребята, хватит обсуждать Санчеса на моем стриме. Обсуждайте других стримеров на других стримах. Ну, по крайней мере, не так много в конце-то концов. Это просто некрасиво. Вы просто некрасивые. Вы мне не нравитесь. Уроды!
еще мы ставим? Медведа или хотим секрет на халяву? Да ладно, если секрет вдруг и придет, то смана найдется. А вдруг там Хулино? Ой. Ой. Ну это я специально так сделал, чтобы не поставлять тетку под Хулинова, как бы задумано. Так, ну хорошо, я вижу, что мои слова не дошли. Не дошли до адресата. Давайте дадим несколько перманентов. Все, последний остался. Похоже, так уже понятнее. Последний приз, он трудный самый. Не, ну Вилен хорош, но приходи позже. Вилен, приходи потом. Черт. Так, как нам правильно разыграть вот это наше богатство? Ни хрена себе, слушайте, ни хрена себе. You shall not last. Вы заценили, у меня дека на существах с маленькой атакой, большой жопой. 1-3, 0-4, 1-4, 2-7. Йети за 5 маны. Ну я пошутил, я им не перманент дал, а сутки бана. Но в следующий раз дам перманент. У него там яд небось. Он не просто так это сделал. Продолжаем порку. Тоталитаризм, и в любую погоду пропадали люди. Ой! Молодец. Молодец, похвально. Автопик? Нет, мы сейчас сделаем последнюю победу престом и закончим. Меня спасает то, что вначале он вроде как об стенку должен удариться и не сможет размножиться. Да, у нас есть и за 5 маны, есть и за 6 маны. Дек на йети. А это какая же, кстати, неделя потасовки? Пятая, да? Тоталитаризм при всякой погоде.
пропадал, летал у нас во дворах. Через года слышу Рогин я голос. Кажется, он ушел АФК. Кажется, опять он ушел АФК. Хо-хо. Нормально. Ладно, стоим, едьте. Фраза при разыгрывании Таурисана — это отсылка к World of Warcraft. Таурисан — персонаж из World of Warcraft. Что, можем что-нибудь спереть? Было бы что переть. Можем что-нибудь сломать, было бы что сломать. Ну ладно, это была бонусная победа за мучение друидом. Бесплатная победа престом. Ну что, ребята? Поиграли мы в тасовку один раз, и достаточно. И давайте следующее. Что я имел в виду, когда сказал, что потасовок не будет? Каждая потасовка доступна со среды.